Всем советам привет, с вами Сова, и сегодня я хотел рассказать, что добавили в тепло. Вступят и всякие изменения, что-то новое, погнали. Добавили модель женского персонажа. Мужская модель также осталась без внимания, добавлены новые лица, отполированы, отшкатурены и теперь выглядят лучше, чем когда-либо. Фиксанули ракеты обратно. В прошлом обновлении разработчики исправили систему внутренней и внешней стороны стен. Из-за этого всю неделю урон от взрыв по постройкам работал неправильно. Разработчики это исправили еще в начале недели, но почему-то решили подождать до следующего обновления. Фиксы для металлических масок. Многие заметили, что после недавнего обновления металлические маски были слишком усилены. По факту, они поглощали двойной урон, из-за чего попадание в лицо могло снять всего несколько хп. Это исправлено. Попадание в маску из-за как отнимает теперь около 40 хп, но сама маска может выдержать больше урона, около 10 попаданий. Фиксанули также броню. Все шлемы понерфили. Также металлические нагрудники. Нагрудник теперь выдерживает в районе 15 выстрелов. Теперь на шприц лечит 15 хп сразу и еще 20 со временем. С местностью. В этом обновлении нас ждет несколько улучшенных карт, которые были в прошлом тегу. Добавлено то, что после 30-минутного бездействия на сервере каждый человек будет кикаться независимо от сервера. Но если он только будет заполнен. Дефолтовый стек бандажей теперь по 3 штуки и шприцы по 2 штуки, как вы видели на моем стриме по Battle Royale. Вот и все, ребят, вот такой у нас вышел этот блог, быстро, я не знаю, как вам. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем удачи и всем пока!